Выставка, конкурс с дорогами к независимости Польши – это уже не первый совместный проект Брестской межрайонной общественной организации мастеров изобразительного искусства, художественных промыслов и ремесел с Брестским форумом локальных польских инициатив. В мае на этой же площадке демонстрировалась экспозиция «Моя малая родина». Накануне прошла церемония открытия очередной выставки. Когда художники узнали, что есть такой Брестский форум польских локальных инициатив, пришли и увидели здесь помещение, которое действительно приспособлено и специально была приготовлена к выставкам, то, естественно, что возникла совместная программа творчества и выставок. Первая выставка была в мае и была посвящена малой родине. Моя малая родина носила название. А эта выставка посвящена польским дорогам к возвращению независимости. Вместе мы придумали, что это могут быть портреты. Портреты видных деятелей, которые сделали большие дела, посвятили большую часть своей жизни тому, чтобы Польша вернулась на карту мира. Сразу три работы на выставке вышли из-под кисти художника Тиграна Джавадяна. Тигран Ишханович признается, писать портреты – дело непростое, но очень увлекательное. Важна достоверность и точность при передаче деталей. Участвовать в выставке или нет, даже не раздумывал. Я работаю в академической школе, и большую часть своих картин я пишу, конечно, в масле, хотя я очень часто еще использую графику, карандаш и в том числе акварель. Но пишу буквально все темы. Я пишу портретные жанры, у меня очень много работ. Очень много пишу картины на заказ, очень много пишу наш город. Наш город стал очень красив, великолепен. Отсюда памятник тысячелетия Бреста. Я очень много картин написал, они востребованы. Вот. Но также пишу очень много других картин. Ознакомиться с представленными на выставке работами есть возможность до ноября. Однако организаторы надеются, что на этом жизнь экспозиции не закончится, и она погостит и на других площадках, в том числе и польских. В рамках мероприятия были анонсированы и будущие выставки. К примеру, совсем скоро, в конце сентября, экспозиция произведений искусства всех стилей и жанров откроется в Российском центре науки и культуры. Сотрудничаем не только с польским консульством, но и с российским консульством. И у нас в ближайшее время, всех, кстати, приглашаем, 27 числа этого месяца, планируется в Центре культуры и науки России здесь, в нашем городе, провести большую выставку, конкурсную выставку, посвященную сюжетам, связанным и с природой, и с людьми Беларуси и России. Акцентируем, посетить выставку «Дорогами к независимости Польши» можно до ноября в зале Польской школы по адресу Советская, 64, второй этаж.